Гартеле, возрожденном в новом. Вот. 21 февраля, насколько я помню. Кстати, вот я думаю, кто-то видел, кто-то не видел. У нас Сергей Елисеев взял интервью у всех участников. Там можно послушать ВКонтакте, все волки. Вот у Константина там интересное интервью. Да, ну вот забыл я всех поздравить. Это Юрий напомнил, действительно, Христос воскрес. Ура! Константин Золотарев.